Именно на этом участке в будущем появится большое футбольное поле. Строители проводят экскурсию для ветеранов команды «Крылья Советов». Рассказывают, тут все буквально пропитано футбольным духом. Даже рабочие в свободное время устраивают товарищеские матчи. Ветераны остались под впечатлением от масштаба будущего спортивного объекта. Впечатление огромное. Такое строительство за такой короткий срок. Я думаю, что к 2017 году здесь все будет нормально. И чемпионат 2018 года пройдет на прекрасном стадионе. Сейчас на стройке продолжается заливка бетонного основания. Всего потребуется залить 110 тысяч кубов. На объекте работают 750 человек и 50 единиц техники. Полностью бетонная плита будет готова к середине августа. Затем начнут возводить стены. В график укладываются. У нас, в принципе, фундаментная плита, это сектор А. Здесь уже фундаментная плита готова у нас. То есть мы уже готовы приступить к перекрытиям колонн второго этажа. Тут будет административное здание, тренерские, там все комнаты для игроков и для тренерского состава. Ветераны команды «Крылья Советов» подарили строителям на память раритетное фото, на котором изображен состав команды 1961 года. Тогда самарские «Крылья» стали чемпионами России. Ветераны надеются, что фото принесет удачу как строителям, так и футболистам, которые потом будут играть на этом стадионе. Лариса Шлафаст, Павел Пресняков. События.